Лёш, привет. Привет. Ну что, сейчас день новых вкусов, новых запахов. Да. Слушай, у тебя было какое-то вот вкусовое сочетание новое, необычное этим летом? Вот слушай, оно было, конечно, мега необычное. Случилось буквально на днях. Значит, я обжаривал бекончик. Так. Прям до хруста такого, чтобы он хрустел. Чуть-чуть его закарамелизировал. Потом вместе с этим бекончиком я почему-то решил попробовать дыню. И мне это так понравилось, что я просто практически весь этот бекон с дыней вот так вот и один съел. Жене не понравилось. Да, интересное сочетание, конечно, да. А вот слушай, а мне кажется, что это лето, вот единственный новый вкус, так сказать, новое сочетание, это июльский дождь. Каждый день с градом, с грозой, вот это вот, знаешь, такой вот выходишь, каждый раз новый запах дождя какой-то. И тут действительно поспорить с тобой сложно, потому что погода нас этим летом не радует. Что хоть какая-то надежда будет у нас на жаркое лето или нет? Слушай, хочется, да? И солнышко. Нет, дождик, конечно, тоже нужен. Но не каждый же день, а? Доброго вечера! Девятая студия начинается. Мы в прямом эфире и очень-очень рады, если честно, вас видеть, потому что уже соскучились, целые сутки не виделись, и вот уже готовы принять вас в наши объятия вместе с Алексеем Власовым. И, конечно же, с Аленой Милиной и с нашей огромной командой самых настоящих профессионалов, которые самоотверженно выходят бороться с вашей усталостью от рабочего дня. Да, друзья, чувствуется, что во вторник накопилось немножечко, да, вот нет энергии и хочется чуть-чуть развеселиться. Возможно, что-то в рабочем дне было не очень приятно, и сейчас хочется просто снять вот эту усталость, забыть то, что было там, и, наконец-то, уже порадоваться, друзья. Порадоваться чему? Во-первых, нашему теплому общению. Да. Во-вторых, классным подаркам. Итак, Алексей, вы сегодня отвечаете за общение, поэтому рассказывайте, где же можно пообщаться. Итак, варианты, друзья, у нас, как обычно, два. Первый. Вообще, самый простой, самый легкий, это позвонить нам по номеру 351404. Если неохота писать комментарий, просто звоните нам, попадайте в прямой эфир, общайтесь со мной и с Аленой, отвечайте обязательно на вопрос вечера, который мы чуточку позже вам расскажем. Передаете приветы, передаете поздравления, какие-то пожелания, и за это вы гарантированно дадим выбрать приз, да? Хорошо. Дадим вам сегодня выбрать приз. Ну и второй вариант, это, конечно же, в нашей группе ВКонтакте под постом с прямой трансляцией. Там же нас можно и посмотреть, ответить на вопрос вечера. И вот прямо сейчас я уже готов рассказать вам, что сегодня вы будете отвечать на вопрос, какое необычное вкусовое сочетание вы нашли этим летом. Да, друзья, дело в том, что сегодня, 25 июля, отмечается день новых вкусов, новых запахов, друзья. И вполне возможно, что этим летом вы что-то для себя открыли, поэтому расскажите, поделитесь. Ну и, конечно же, может быть, что-то хотели бы попробовать, да? Вот, например, арбуз с дыней вместе, кто знает, кстати, очень вкусно. Дарбуз такой получился вкус бы. Дарбуз? Да, новые фрукты. А может быть, наоборот, девчонки любят, например, духи, ароматы, поэтому вдруг вы летом тоже для себя что-то открыли. А может быть, просто вышли на улицу после дождя и почувствовали невероятный, приятный, свежий аромат. Поэтому рассказывайте про свои ощущения. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Там же есть и прямая трансляция. Но это еще не все, друзья, про подарки. Точно, я думаю, что-то забыли. Вот, про подарки нужно рассказать. Итак, друзья, подарок номер один. Для того, чтобы вы тоже расширили свои вкусовые горизонты, у нас для вас сертификат на ужин. А там, кстати, тоже очень много всего вкусного и интересного. Ну, а также, друзья, вот этот волшебный чемоданчик. Тяжелый, я прям чувствую, с каким усилием ты это все отрываешь. Я не знаю, что там. Алексей не знает, что там. Прямо сейчас мы узнаем, что же получит наш телезритель. Во-первых, друзья, вот это да, сыр мягкий по-домашнему. Мне кажется, это тоже какой-то что-то новый там вкус. Там так много всего. Да, далее, друзья, у нас тут есть молочный коктейль клубника. Тоже, возможно, кто-то для себя его откроет. Тоже потому вкус. Что целых три, друзья, упаковки там вау. Есть. Но и это еще не все. Для тех, кто еще любит что-то там есть. Позажигать, поотгадывать мелодии. Квиз «Угадай мелодию» — это тоже для вас. Вот такой вот набор кто-то обязательно сегодня выиграет. Ну и, друзья, еще одна важная информация. Дело в том, что если, например, вы недавно открыли свой стартап, или у вас есть такие друзья, знакомые, то мы можем дать вам возможность получить месяц бесплатного размещения на нашем телеканале. Что для этого нужно сделать? Нужно снять ролик, где рассказать о своем стартапе, о своем новом бизнесе. Рассказать, показать, как он работает, познакомить со своими коллегами, так сказать, кто в вашей команде.
отправить ролик в группу сообщения. Вот девятка ТВ есть, да, вы заходите туда. И сообщение вы отправляете этот ролик. Ролик можно снять даже на телефон, гаджеты сейчас хорошие. И видео, во-первых, точно, гарантированно попадет в эфир утреннего шоу «Разбудильника». Вот это уже начало рекламы. Ну, а также будет объявлено голосование видеороликов, собственно говоря, чтобы люди выбирали. Будет народное голосование, и кто-то обязательно получит целый месяц бесплатного размещения. Слушай, вот как так вот. Много подарков у нас получается. Да, заявки до 31 июля, а это значит, что нужно уже торопиться. Да, ну что ж, друзья, все вам рассказали, все приятности показали. Теперь дело за вами остается. Комментируем, снимаем, отправляем и гарантированно получаем классные призы от «Девятка ТВ». А еще прямо сейчас смотрим наш сюжет. Как выбрать арбуз прямо сейчас? Новое, возможно, какие-то советы расскажет Ефим Зинченко. Невозможно представить лето без самой большой и спелой ягоды, имя которой – арбуз. Этот плод можно встретить на прилавках практически каждого магазина. И среди этого изобилия важно сделать правильный выбор. Корка арбуза должна быть целостной, а расцветка – яркой и контрастной. Если кожицу можно легко проткнуть ногтем, то арбуз еще не зрел. Следует помнить, что светлое пятно на боку должно быть максимально желтым или даже оранжевым. Усик и плодоножка у зрелой ягоды сухие. Наверняка вы встречали людей, которые определяют спелость арбуза, постукивая по нему. И это действительно один из способов узнать его спелость. Но надо помнить несколько правил. Спелый арбуз при ударе ладонью слегка вибрирует. При ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук. А при сжатии вдоль продольной оси немного хрустит. Зрелость ягоды также можно определить по мякоти. Она должна быть красной, сочной и без какой-либо слизи, а семена черного или коричневого цвета. Не стоит покупать самый большой или самый маленький арбуз, так как спелые ягоды мало отличаются друг от друга размером. Лучше всего купить плод среднего размера. Перед тем, как разрезать арбуз, его нужно помыть с мылом. Но если, разрезав его, вы почувствуете кислый запах, знаете, есть ягоду нельзя, она уже начала портиться. Оставшийся после еды плод можно хранить в холодильнике 2 дня. При выборе арбуза будьте внимательны и учитывайте все советы. Тогда вы точно найдете самую спелую и вкусную ягоду. Удачных вам покупок! Как же захотелось арбуз. Вот ты такой даже или такой. Не поверишь, как я его люблю. Готова просто, вот когда наступает пора, я просто готова каждый день. Утром, днем и вечером. Не надоедает тебе, нет? Может, с дынькой чередовать, например? Ну, можно чередовать, но очень сильно люблю. Поэтому новые вкусы. Кстати, с белым хлебом арбуз. Очень вкусно. Серьезно? Да, очень вкусно. Попробуйте, ребята. Если кто-то не пробовал, то прям с детства этот мне такой вкус есть. Серьезно. А прямо сейчас, друзья, про новые вкусовые сочетания не только расскажет Константин Салтанов. Привет, добрый вечер, добрый вечер. Вот эти арбузы, конечно, ваши, ох, они уже вот они на ушах, на глазах, на губах, они уже везде эти на арбузы. На ушах-то почему, Кость? Да потому что, когда начинаешь есть арбуз, ты уже не можешь остановиться, он поглощает тебя, да, ты уже полностью в нем вот так вот, и, возможно, где-то на ушах остаются какие-то ошметочки, я называю их. Чтобы не было на ушах, нужно кубиками его заранее нарезать. Ну, Леш, понимаешь, что это если готовиться, а если ты неожиданно напал на этот арбуз... Стихийно, да, как говорится. Да. А еще, ребята, ложкой просто. Вот, опа, вот. Опа, просто побыстрее. Ложечкой, да. Да можно и не просто ложкой, просто так вот, оп, упал в арбуз, и все, и нормально. Но это может быть больно, если арбуз незрелый. Может быть, да. Ваши вкусы весьма специфичны, Константин, как употреблять арбуз. Ладно, давай сейчас про новости, я так понимаю, что поговорим. Да, новости, ими полон мир, да, временами лайфхаки появляются какие-то новые. Сегодня у нас в новостях появится один индийский аферист, а-та-та-та-та ему за это. Ну и будет история, в которой вам, Алена Александровна, нужно будет немножко сдерживать себя. Мы вот как, что это? Да, нужно будет сдерживать себя, но о ней чуть позже. Итак, новость номер один. Легкий лайфхак. Начнем мы с него.
Итак, история прилетела откуда бы, конечно же, из Англии. Ей поделилась пользовательница соцсетей по имени Тина Аким. Она рассказала о новом лайфхаке, который придумала ее мама. В общем-то, в чем заключается лайфхак? Совершенно недавно у них в районе отключили электричество в тот момент, когда мама Тины занималась всякими стиральными делами. То есть запустила стиральную машинку и, в общем-то, оставила этот процесс, но неожиданно электричество выключилось. Мама решила, что этот процесс ни в коем случае останавливать нельзя. Она просто достала белье, перегрузила его в таз, ну, такую в емкость, ну, по-русски мы называем это таз, насыпала туда немножко всяких чистящих средств, надела резиновые сапоги и просто пошла. Просто встала в этот таз и, знаете, вот так вот, переминаясь с ноги на ногу, вот так вот, просто встала и пошла. И буквально в течение 10-15 минут, как рассказывает сама Тина, действительно белье стало чище, ну, собственно, запах. Сапоги этого тоже? Да, сапоги чище. Вот. И, в общем-то, это вот такой новый интересный лайфхак по поводу того, что если вы вдруг задумали постирушки, но неожиданно у вас отключили электричество. Вот, пожалуйста. Да что там электричество? Это буквально открытие, я бы так сказала, да. Новый вид стирки. Подождите. Запасайтесь резиновыми сапогами. Надо запатентовать, кстати, это обязательно. Секундочку, не такой уж он и новый. Я предлагаю вам вспомнить Андриана Челентано. Он же там вроде как он виноградик топтал, да. Но, по сути-то, как бы он заложил вот это вот лайфхак, этот он основатель. Основы этого, да, да, да. Поэтому вот я бы не совсем Давайте согласен. Так, кто из зрителей попробует, и у него получится, отпишутся нам. Да, и, вот мы, и мы что-нибудь подарим. Обязательно, да. Прям с видео присылайте, мы что-нибудь придумаем, да. Можно под Адриана Челентано как раз. Обязательно, да. Итак, история номер два. Алена Александровна, держитесь. Так. Начиналось все очень прозаично, все очень просто. Героиня этой истории является владелицей просто шикарнейшего дома с отличным палисадником вокруг, с отличной лужайкой. И ее сестра логично предположила, ну, собственно, родственные связи, почему бы и нет. Она попросила ее одолжить ее дом, в общем-то, главной героиней этой истории. Ее сестра попросила одолжить дом на сутки. С тем предлогом, что у ее сына, то есть у племянника главной героини, он собирается отмечать 18-летие. Но главная героиня была вынуждена отказать, причем очень такой грубой форме, потому что она вспомнила, что этот племянник, я вам сейчас как-нибудь постараюсь помягче сказать, скажем так, очень нелицеприятно вел себя в сторону собаки, которая имеется у главной героини нашей истории. В свое время он вел себя очень плохо и рассказывает сама героиня, что он временами даже кричал на нее, когда ему не нравилось ее поведение. И вот именно сейчас настало время той самой справедливой расплаты, когда вот этому мальчику было отказано в таком большом празднестве, в большом доме. И там еще есть одна такая немаловажная деталь. Они попросили, что ну мало ли, если бы вдруг согласитесь на это мероприятие провести в своем доме, то, пожалуйста, заприте собаку. Она сказала, с чего это вдруг должна это делать? Это мой дом, моя собака, моя площадка, мои палисадники и моя... Мое все. Да, это все мое. Я вам отказываю, друзья мои, и все. И проваливайте отсюда, и все. Вот такое справедливое наказание за неподобающее поведение к животным. Ну, я бы даже сказала не то, что несправедливое, а то, что это действительно ее территория, поэтому она вправе делать все, что угодно. Поэтому, ребят, просто относитесь ко всем, к людям, к животным. С уважением. С добротой, с уважением. Итак, индийский аферист. Джимми. Да, да, да. Значит, уже есть имя этого товарища, который занимался уж очень какими-то непотребными делами, я вам скажу так. Его зовут Махеш Наяк, и он житель города Бангалор, это в Индии. Чем же этот товарищ занимался? С 2014 года он умудрился жениться на 15 женщинах. Причем каждый предыдущий брак он просто оставлял, не завершал официальные отношения, то есть не было оформлено разводов, и просто дальше он шел жениться, жениться и жениться. А так можно было? Да, по индийским законам это, оказывается, можно. И каждой новой своей супруге и пассии он, что называется, пел в уши, что он просто грандиознейший инженер и врач. И для подтверждения своей истории он даже снял медицинский кабинет, нанял туда медсестру. Вот. Но в это время он очень ловко оборовывал счета вот этих вот дам, опьяненных любовью, опьяненных вот этим вот браком. Пока что сумма неизвестна ущерба, в общем-то, сколько этот товарищ, в общем-то, украл у дам. Но на него уже есть целых два заявления, но остальные дамы почему-то отказываются. Отказываются от того, чтобы подать на него заявление, в общем-то, чтобы завести такое коллективное дело, и этот товарищ получил по заслугам. На самом деле, спалился он, если это можно так сказать, очень-очень просто. Последняя дама, она ему отказала
скажем так, он ее хотел у нее занять большую сумму денег, как он сказал, на открытие новой медицинской клиники, которой в нашем городе еще не было, ну, то есть вот в индийском городе. Она ему отказала, и, в общем-то, произошло это вечером, а на утро она проснулась, дома нет ни денег, ни бытовой техники ценной, ни различных ювелирных украшений, которые у нее были. И вот, в общем-то, она пошла в полицию и написала заявление. Я скажу этому товарищу, а-та-та, бармалей, так делать нельзя, обманывать женщин нельзя. Вообще. Да и не женщин тоже, кстати. Я в шоке. Да, вот девчонки, такой товарищ. Не ведитесь, проверяйте, все серьезно. Да, это просто... Ну, бывают такие люди, бывают, и да. Это их на совести остается. Хорошо, что мы это рассказываем, для да. всех, как говорится, будет уроком. Константин, мы с тобой прямо сейчас прощаемся, у нас есть звоночек, друзья. О, как. Прямо сейчас мы... Пока-пока, Константин. Говорим доброго вечера тем, кто у нас дозвонился. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Как вас зовут? Представьтесь. Зовут Ольга. Так, Ольга. Очень приятно. Хочу ответить на вопрос вечера. Давайте. Какие вкусы? Какие новые кулинарные рецепты? В этом году очень много смородины выросло, и мы с дочерью делаем коктейли. Угу. Смородина, мороженое, сливки. До этого как-то смородину мало ели, а в этом году хорошо. А сейчас еще... пришлось пошла. Наросло ведь. Да. Еще печем рецепт как шарлотка, только с клубникой. Клубники тоже было клубника много. Клубника тоже уродилась, да? Да. Все садовое. Еще кабачки с адыгейским сыром жарим. Ой, это вкусно. На завтрак и на ужин. Ого. Вот такие новые рецепты наши. Новые рецепты, новые вкусы. Расскажите, пожалуйста, откуда вы нам звоните? Город Киров. Город Киров. А какой-то район есть? Кому передаем привет? Район Юго-Западный район. Так, Юго-Запад. Вам большой-большой привет. Да. Еще кому будем передавать привет? И, возможно, кто-то, чтобы вас обязательно узнал. Может, кого-то нужно поздравить. Поздравить, да. Передаю дочери своей. Привет, Анастасии. Настя, Настенька, привет. А сколько ей лет, если не секрет? Ей 12. Ой, Настенька, у тебя классная мама. Да, и классное время, ты сейчас на каникулах, мы немножечко завидуем. Она сейчас рядом с вами? Да, она в соседней комнате. Тоже смотрит «Девятую студию», я так понимаю, да? Да. Класс. Смотрите, ну мы разрешаем, да, и как мы уже провозгласили, что вы можете выбрать подарок. Так вот, у вас сейчас есть такая привилегия. Что выбираете, правая или левая рука? Волшебный чемоданчик. Я надеюсь, что это будет еще одним подспорьем для ваших новых вкусов, да, для того, чтобы вы и с кабачками, вот тут, пожалуйста, сыр по-домашнему, не одна штука. Ну и, конечно же, молочный коктейль. Я думаю, что ваша дочка, Настенька, с удовольствием это оценит. Ну и еще, как вы знаете, тут есть пригласительный на квиз «Угадай мелодию». Там уж разберетесь, кто из вас пойдет. Спасибо. Мама или дочка. Ну что ж, спасибо вам большое за звонок. Смотрите «Девятую студию» до конца. Ну и прямо сейчас обязательно вам расскажут, как забрать ваш волшебный чемоданчик. Ну а прямо сейчас, в честь нашей телезрительницы, я решила, что мы приготовим ужин. Да, прям ужин. А почему нет? Давай. Возможно, это будет новый рецепт, а может быть, кто-то уже его, конечно же, пробовал. Но в любом случае, я думаю, что стоит записать, потому что готовит наш ужин шеф-повар. Дорогие друзья, всем добрый вечер. Меня зовут Артем Старшинин. И сегодня на ужин мы с вами будем готовить очень простое, легкое и всеми известное блюдо – фаршированные перцы. Для этого нам понадобятся свежие перцы, фарш, лук, морковь, чеснок, томаты в собственном соку. Все достаточно элементарно и просто. Для начала я предлагаю замесить фарш. Фарш у нас пойдет лук репчатый. Далее добавляем немного зелени для свежести. Нарезаем также мелко-мелко. Небольшую щепотку молотого перца, примерно одну щепотку соли. И также мы добавим немного риса. Мы его отварили заранее. Все необходимые ингредиенты мы добавили в фарш. Осталось только перемешать его. Теперь я предлагаю вам заняться перцами. Нам необходимо сейчас будет почистить, удалить все семечки. Теперь я предлагаю их зафаршировать.
сейчас мы поставим 8 минут на 180 градусов, немножко их подпечем, а пока они будут готовиться, мы сделаем соус к ним. Для этого нам потребуется свежая морковь, репчатый лук, чеснок, зелень и томаты в собственном соку. В конце мы добавим еще сметаны. Друзья, я предлагаю не заниматься красивой нарезкой, а взять обычную терку и натереть на ней нашу морковь. И приступаем к репчатому луку. Нарежем мы его такими перьями. Теперь накалим нашу сковороду. Пока лук и морковь у нас пассируются, давайте пробьем томаты. Томаты мы будем использовать в собственном соку. Время у нас уже подошло, поэтому я предлагаю уже посмотреть, что происходит в нашей печке. Сейчас заделываем соус, заливаем голубцы и вновь ставим в нашу печку минут на 10. Температура у нас 180-200 градусов. Так как у нас соус получился густым, можно немного добавить бульона куриного или водички. Сейчас ждем, пока наш соус закипит. Я предлагаю вам нарезать мелко-мелко чеснок. Щепотку перца, 2 щепотки соли, а также, так как у нас присутствуют томаты, можно добавить немного сахара. У нас лето, у нас очень много сейчас зелени. Как же нам не воспользоваться этим? Соус практически наш уже приготовился. Сметану добавляем и убираем сразу с плиты, иначе она у вас просто свернется. Перцы практически готовы. Останется нам только залить их и на 10 минут поставить еще в духовой шкаф, чтобы они пропитались нашим обалденным вкусным соусом. Я специально оставил шляпки, чтобы сейчас добавить, закрыть наши перцы, чтобы они были красивыми. Прошло 10 минут, наши перцы готовы. Обязательно попробуйте сделать у себя дома. Это очень легко, очень просто и очень вкусно. Сделайте себе на ужин, порадуйте своих близких, друзей. Ну а с вами был Артем Старшинин. Всего вам доброго. Увидимся. Пока. Приятного аппетита всем тем, кто прямо сейчас ужинает. Ну а мы будем читать про ваши необычные открытия, вкусовые. Возможно, какие-то ароматы вы открыли этим летом, а может быть, какие-то вкусовые сочетания. Ну что ж, поехали читать группу ВКонтакте «Девятка Твегиров». Да, вот Елена Чхома, например, делится: «Мне ряженка с тыквенным маслом вкусна. Можно ягод добавить». Ого, я даже ни за что бы не подумала, что можно ряженку еще с тыквенным маслом сочетать. Я обычно в ряженку просто добавляю какао. Забалтываю, получается такой псевдомолочный коктейль, да, но при этом вот эта кислинка ряженки, она дает еще свой изюминку свою вот эту. А из торпового вкус чизкейк, мята, лайм, такая вкуснятина, и я вам скажу, и это все, между прочим, сделано в одном из заведений нашего города. Да, Елизавета Бушмелева, было необычным заправить летний салат, помидоры, огурцы, лук йогуртом.
это, понимаю, греческим, скорее всего. Думала, что будет прям невкусно, так как с йогуртом привычно делать фруктовый салат, но мне понравилось. Кстати, да, его очень часто используют. Во-первых, он менее такой жирный, кажется, ну, более легкий. Сметана, да, да. Попробуйте, если кто-то не пробовал. Валентина Докучаева. Этим летом удалось открыть для себя вкусы своего, именно своего, не покупного, не с огорода родителей, друзей, знакомых, редиса, моркови, укропа, петрушки, вишни, ирги, клубники. Спасибо, дача. А, вопрос такой. Вы купили дачу только сейчас? Или только сейчас что-то наросло? Это, понимаешь, человек подошел к тому возрасту, когда начал садить сам огород. Угу. Вот, и, соответственно, поэтому вот он, видимо, в первый раз, Валентина, посадила огород. Теперь хвастает, что все наросло. Это все мое, все мое. Здорово. Слушайте, мы очень рады за вас. Никита Малых, этим летом я открыл для себя новый вкус манго. Раньше я не был большим поклонником этого фрукта, но после того, как попробовал, я полюбил его сладкий и сочный вкус. Также я открыл для себя сочетание мятного лимонада с клубникой. Ого. Это просто идеальное сочетание для летней жары. Супер, какой тропический, да, открытие, да. Такие интересные. Ольга Одикова. Вот попробовал для себя сделать фруктовый ягодный салат с добавлением мороженого. В составе салата была малина, банан, яблоко, смородина. Ну, очень вкусно было. Все, теперь захотелось. Да, соглашусь. Вообще, тема сегодня такая, что мне прям уже хочется все попробовать, то, что вы перечисляете, друзья. Как до конца эфира так протерпеть? Лия Вараксина. Мороженое с соленой карамелью. О, да, вот вкусно. Это вкусно. Далее Савиных. В этом году мы были на отдыхе в Абхазии первый раз. Открыли для себя ачму. Это запеканка из вареного теста с сыром сулугуни. Очень вкусно, но очень калорийно. Иногда можно, но часто... Нет. И фрукта фейхуа. Своеобразный вкус, нечто среднее между грушей, ананасом и земляникой. Отцветет как красиво. Слушайте, ой, здорово. Я вот лимонад с фейхуа обычно пробую. Очень знаменитый грузинский лимонад. Тоже очень-очень вкусненько. Никита Малых дополняет, я так понимаю, да, шоколад и банан. Это легендарное сочетание. Шоколад придает натуральную сладость и гладкость, а банан добавляет богатый и интенсивный вкус. Вместе они создают неподражаемое сочетание, которое радует многих и встречается во множестве десертов. Такое чувство, что откуда-то скопировано. Тебе так не кажется? Не знаю. Юлия Денискина. Этой весной садила свой огород. Недавно впервые попробовали редьку, дайкон с грядки. Вкусно. В салате с вареным яйцом, огурчиком, сметаной и зеленью чистый витамин. Рекомендую. Но еще тут у нас Нина Дрямина попробовала грузди соленые. Соседка угостила объедение, но много есть не стала. Подруга сказала, что грибы едят только полгода, потом выбрасывают. Ну, тут у нас еще есть, что Никита Малых попробовал коктейли с киви, мандаринов и бананов. Елена Калинина этим летом впервые попробовала балык из жереха. Вкусный, но очень костлявый. И сыр чеддер. Правда, так и не поняла, понравилось или нет. И еще пару сообщений. Да, еще Ирина Тетенькина дополняет, что она, ну, опять-таки покупала манго. Этим летом первый раз попробовала и понравилось. Ну, еще клубника с шоколадом, волшебный вкус. Ну что ж, друзья, продолжайте рассказывать про свои интересные сочетания. Ох, тут еще прибежали много, да. Сообщения. Обязательно скоро, возможно, их обсудим. Ну а также можно и вопросы задавать нашему гостю. Кто он? Вы узнаете прямо сейчас из профайла. Встречайте, сегодня в гостях у 9-й студии профессиональный фотограф с 15-летним стажем, призер конкурса свадебной фотографии, а также автор курса по мобильной фотографии Александр Ивлев. И сегодня вы можете задать нашему гостю абсолютно любой вопрос. Ну что ж, Александр же в нашей студии. Доброго вечера. Привет. Как дела, как настроение? Дела прекрасно, настроение еще лучше. Рад вас видеть. Взаимно, абсолютно. Как взаимно. Только, друзья, Александр зашел, мы такие, а фотоаппарат? Где? Непривычно видеть без фотографа без фотоаппарата. Скажи, где он сейчас? Открой тайну. Фотоаппарат сейчас дома находится, вопреки мнению всех. Все думают, что фотограф без фотоаппарата не ходит и спит с ним. Но на самом деле... Для нас это работа, поэтому работу оставил дома.
Ну все, чудесно. Значит, сейчас будем отдыхать. Да. Ну что ж, Саша, я так понимаю, что сейчас для фотографов такой жаркий сезон, да, много свадеб, мероприятий. Расскажи, пожалуйста, какие сейчас вообще есть тренды, что сейчас просят снять молодожены? Да, ты абсолютно права. Свадебный сезон начинается с июня по октябрь. И для фотографов, которые снимают свадьбы, это прям жаркая пора. И честно скажу, что вот я с 2008 года начал работать в этом жанре. И для меня лето обычно пролетает быстрее, чем для остальных людей, потому что ты вроде бы начинаешь свадьбы, плюс какие-то другие съемки, мероприятия, и уже осень. Поэтому вот редкие дни, когда можно пообщаться с людьми без фотоаппарата. Так, расскажи, а что сейчас действительно вот в тренде у фотографов? Что хотят молодожены? Какие кадры? Как-то изменилась вообще свадебная фотография вот как раз 2008-го? Да, конечно, свадебная мода тоже существует, и фотографии тоже. И если, например, 10 лет назад было модно очень много фотошопа, там какие-то сверх-супер-обработки лица, фона, какие-то не настоящие фильтры, то сейчас в тренде последние несколько лет что-то такое естественное. То есть эмоции, какие-то минимально постановочные кадры, когда люди просто, ну, пара живет, и фотограф просто фиксирует их состояние, ловит какие-то моменты. Вот. И очень популярны еще, наверное, такие немножко обесцвеченные фотографии, черно-белые фотографии. Наверное, видели даже какие-то такие размазанные, как будто бы, да, такие, такой киношный эффект. Движений, да, как бы? Да. Ну, имитация вот именно какого-то такого, да. То есть раньше, если бегали все с реквизитом, да, вот с этим, вот, давайте все сфотографируемся с этим, то сейчас просто можно достаточно, ну, то есть можно не заморачиваться, идти гулять, и ты уже сделаешь классные кадры. Ну да, с одной стороны, именно так и есть, потому что сейчас важно не где снимать, а что снимать, да, то есть, в принципе, если, ну, пара такая достаточно активная, и им не важно, в какой там вокруг антураж, есть ли там сзади дворцы, и моря, и океаны, главное, это вот они, чтобы расслабились и просто получали друг от друга от удовольствия, получали удовольствие от съемки, и наша задача фотографов быть таким невидимым свидетелем и фиксировать вот эти моменты. Саша, а тебе самому нравится работать на природе или вот в студии именно? Я, наверное, больше за естественные условия, да, вот что-то такое. Не обязательно природа, это же может быть и, ну, любое здание, улица, то есть не обязательно это должен быть лес там или поле какое-то, какой-то стрит-стайл. Но и студиями я тоже не пренебрегаю. И вот заметили, тут прошлые выходные вот эти все были дождливые. Mm-hmm. Вообще июль такой дождливый в этом году. И что мы делать? Мы стараемся как-то использовать студии как раз. То есть заезжаем и снимаем какие-то, да, съемки там. Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, сейчас мужчины, женихи, стали ли они проще относиться к фотографии? Потому что, знаешь, что многие, для многих это прям испытание. На самом деле и для невест тоже испытание. Женихи, я бы не сказал, что как-то проще, потому что очень многие приходят, когда ко мне молодожены, у них как раз проблема в том, что они говорят, мы вообще никогда не снимались, у нас это первая совместная фотосессия. Покажите, как стоять. Да, и вы нам все расскажите, как что делать. И в процессе вот знакомства как раз и съемки я стараюсь, чтобы ребята не превращали фотосессию в фотосессию, да, что там куда мне положить руку, куда мне посмотреть. Мы просто двигаемся, общаемся. В это время я как раз стараюсь что-то фиксировать. То есть, чтобы это был не фотосессия, а общение, но с фотоаппаратом. Угу. Так что, ребят, не переживайте. Попадете к Саше, будут классные кадры. Ну что ж, можно задавать свои вопросы. Группа ВКонтакте «Девятка ТВ Киров». Обязательно рассказывайте, возможно, как ваши проходили фотосессии. Да, я думаю, что будет интересно. Кто-то, может, фотографии какие-то скидывает, свадебные. Да. В общем, сегодня обсуждаем это, ну и задаем вопросы, потому что фотограф сегодня у нас профессионал. Ну а прямо сейчас, друзья, у нас будет для вас сюжет. Это будет 9 глупых вопросов. Сегодня мы их задавали зубному технику, потому что сегодня, 25 июля, отмечается День зубного техника.
Хочешь узнать что-то новое об интересных профессиях, но боишься спросить напрямую? Каждую неделю мы будем задавать 9 глупых вопросов представителям какой-либо профессии, и они расскажут, как все есть на самом деле. Максим Дудин, зубной техник. Всем добрый вечер, я Дудин Максим Юрьевич, мастер зубных дел. Чем занимается зубной техник? Зубной техник – тайный человек стоматологии, занимающийся изготовлением зубных протезов. То есть коронки, виниры, коронки на имплантах и так далее. Почему тайны? Потому что чаще всего зубной техник не контактирует с пациентом. Но все знает его ситуации в полости рта и из какой ситуации пациент обратился к доктору в клинику. Какие зубы чаще всего меняют? Мы, конечно, не ведем статистику, да, какие мы зубы чаще всего меняем. В нашей лаборатории изготовляют разные виды зубов, то есть передняя группа зубов, фронтальная, то есть боковые, жевательные зубы. А меняем мы, конечно, зубы те, которые подвергаются лечению, которые подвергаются будущему протезированию. Как происходит процесс снятия слепков? То есть в стоматологии есть различные виды слепочных масс. То есть масса альгинатная, масса силиконовая. И до сих пор снимают гипсом, то есть в некоторых ситуациях, да. И теперь очень сильно стоматология развивается, и появился интегральный сканер. То есть уже полость рта можно отсканировать специальным устройством и данный файл отправить в лабораторию. Золотые коронки. Правда из золота? Золотые коронки, да. Все, что в стоматологии есть, только там не используют чисто золото. Потому что само золото очень является мягким материалом, и поэтому добавляют небольшие примеси. А так, золото является очень благоприятным материалом и очень совместим с нашим организмом. Сколько было лет вашему самому молодому клиенту? Молодой клиент, у нас была девушка, ей было 19 лет. Мы изготовили коронку на передний резец, коронка была на импланте. Вставная челюсть часто выпадает? Правильно изготовленный протез спадывать не должен. То есть всегда после протезирования пациент должен приходить на осмотр к стоматологу и производить небольшие коррекции. Потому что со временем у пациента происходит убыль костной ткани, и протез нуждается в перебазировке. То есть восполнение специальным материалом утраченной ткани получается. Ваш самый необычный заказ? Самый необычный заказ, вот у нас есть один заказ, который никак не связан со стоматологией. То есть мой товарищ заказал сделать деталь для кофемашины. Мы, имея возможности 3D-принтеров, специальных программ, смоделировали в компьютере эту деталь и сделали 3D-печать. То есть вот мы смастерили такую деталь, которая успешно работала. А если говорить именно о стоматологии, мы сделали протез, только имея старый протез пациента, так как у пациента не было возможности приехать в город к доктору. Вот, и мы повторили точную копию, как раз таки имея наши возможности, наши технологии, отсканировали старый протез пациента и изготовили точную копию данной конструкции. Самое нелюбимое в профессии? Ну, вообще, знаете, у меня нет такого момента. То есть мне очень нравится мое дело, то, чем я занимаюсь. Единственное, наша профессия отнимает у нас очень много времени. Я думаю, что мои коллеги с этим согласятся. Как сохранить зубы? Ну, конечно же, мы должны о своих зубах, конечно же, заботиться. То есть проводить санацию полости рта, посещать и производить профгигиену полости рта, чистки различные. И планово посещать стоматолога. То есть не нужно там затягивать лечение, но потом его откладывать. Ну, конечно же, не нужно грызть орехи и открывать бутылки зубами. Ну что, друзья, мы продолжаем. Сегодня говорим с фотографом про свадебные фотосессии. И уже у нас много есть историй. Возможно, некоторые мы, друзья, расскажем прямо в эфире. Ну а пока ваши вопросы. Итак, Катюшка Клинова спрашивает, а какой самый важный процесс в создании фотографии? Вот ты как считаешь? Какой момент? Самый важный — это, наверное, взаимоотношения между фотографом и моделью. Потому что от этого зависит, насколько человек... тем более непрофессиональная модель, раскрепоститься, насколько он сможет выдать свои эмоции. И как раз от эмоций, да, особенно то, что выражают глаза, и будет конечный итог. Ну и, конечно, очень главное – фотография – это свет. Собственно, фотография так и переводится, как «писать светом». Угу. Прикольно. Ну и вот сейчас наболевший, я так понимаю, вопрос от Елены Калининой. Как уговорить мужа сходить на фотосессию? Тоже очень часто с этим сталкиваюсь, ко мне приходят или пишут девушки и говорят, что вот муж ни в какую не идет, там, или парень, там, или жених. Разными способами как-то уговаривают,
Ну, в первую очередь, это все-таки на память. Нужно понять, что это на память именно вам, да, в паре. Не для фотографа. Потому что она переживает, я там не получаюсь, я там не... Мне там не нравится, как я выгляжу. Мы... Фотографии эти не для глянца. Там у нас нет кастинга для того, чтобы там кто-то каким-то стандартам соответствовал. Поэтому очень важно просто понять для себя, что вот, ну, я такой есть, полюбить себя, посмотреть на себя в зеркало, довериться фотографу и просто получать удовольствие от съемки. Хорошо. А вот Никита Малых спрашивает, в каких местах Кирова всегда получаются красивые кадры? Может быть, топ-3 твоих места? Я думаю, что вообще фотография может в любом месте получиться. Тут важно свет. Да? Если мы снимаем в какой-то момент, когда у нас, например, полдень и солнце высоко, то нас место особо не спасет, потому что будут жесткие тени под глазами и так далее. Да? И наоборот, если мы будем снимать на рассвете или на закате, то у нас получится прекрасные фотографии с таким закатным солнцем, мягким теплым светом. А топ-мест, это, наверное, зависит от того, что нравится молодоженам, ну или паре. Потому что кто-то выбирает природу. Мы едем, например, там, в Заречный парк, где у нас есть лес, поле, пруды, река, пляж. То есть там можно в одном месте все пунктики прям закрыть. Кому-то нравится городской вид. Мы можем выбрать какие-то локации городские, где есть какие-то интересные здания. Вот это же отель «Чарушин», центральная гостиница бывшая, или где-то вот в районе Молодой гвардии, там есть домики интересные. Вот. Ну и студия, то есть тоже можно выбрать под себя какой-то вариант, и если нас погода подводит, или, например, поздно. Вот зимой, например, у нас световой день очень короткий, и плюс холодно, и плюс листьев нет. Ну вообще ничего нет, голые ветки, сугробы грязные. Поэтому студии зимой очень спрос вырастает и становится актуальным. Отлично. Ольга Маркова-Метелева интересуется, какая самая экстремальная фотосессия была? Самая экстремальная? Каких-то вот таких прям экстремальных, наверное, не было. Ну, то есть какие-то были прогулки там и на машинах, и на мотоциклах, и на лошадках. Ну, я бы не назвал, что это прям какая-то экстремальная. Хотя нет, вспомнил, если брать не про свадьбы, я однажды снимал мероприятие спортивное, триатлон. Ну, слышали, наверное, да? Там сначала плывут люди, потом садятся мокрые на велосипеды, едут сколько-то километров и потом бегут. И меня посадили в лодку, там был человек, который греб. И вот я с фотоаппаратом по этому пруду плавал, ловил, и вот эти вот брызги, когда он там греб, и тут участники плывущие, да. Ну, то есть вот что-то такое, наверное, было, да, необычное. А Ирина Тетенькина, нефотогеничность – это миф или реально есть такие люди, нефотогеничные? Ну, я думаю, что нужно прежде всего себя принять, да, то есть если не смотреть на какие-то критерии глянцевости там каких-то журналов, то каждый человек по-своему интересен. И мы прежде всего фотографируемся, да, для себя, для своей памяти, потому что время идет, и мы изменяемся как-то. Я думаю, что тут больше задача найти не недостатки, а показать какие-то и найти преимущества в каждой внешности. Отлично. Еще такой вопрос. Никита Малых интересуется. Как много у вас личных фотографий в галерее? Вообще, кто тебя фотографирует, если не секрет? И доверяешь ли ты кому-то себя фотографировать? На самом деле, я обожаю фотографироваться. И я, кроме того, что сам снимаю, и частенько меня приглашают в роли модели. Там какие-то мужские костюмы, ну, в общем, мужская одежда, даже головные уборы. Очень часто меня можно видеть на маркетплейсах в разных образах. Вот. И я стараюсь пользоваться услугами разных фотографов. Коллег у меня много, я со всеми стараюсь поддерживать хорошие отношения. Мы очень часто делаем такой обмен. Например, ты приходишь, фотографируешь человека, ну, фотографа, потом он тебя фотографирует. У меня, честно говоря, много фотосессий и в галерее фотографий. То есть я не тот, кто только с этой стороны камеры. Я и по ту сторону люблю, да, тоже находиться. Хорошо. И еще вот такой вопрос, собственно говоря. Самые необычные съемки.
Давай расскажем какие-то, возможно, именно когда были фотосессии, именно свадебные, вот историю, что бывало. Запомнишь у себя. Я вот перед эфиром вспоминал какие-то моменты, готовясь к предполагаемым вопросам. И из необычных, вот касаемо свадеб, мне вспомнилась история, начиналась пандемия как раз. Это был, по-моему, где-то вот уже март месяц, начинали там уже все закрывать, и люди боялись, старались все быстрее пожениться. И, значит, у меня была забронирована дата только на банкет. Вот, то есть я взял свадьбу на банкет, забронировал. Потом мне пишет девушка-невеста, нам нужно поснимать регистрацию. Это только во дворце одна регистрация. Свободен ли я? Я говорю, что да, вот время утром свободно, поэтому я мог приехать. Я приезжаю на эту свадьбу, снимаю регистрацию, начинаю складывать свои вещи, фотоаппарат, сумку, и подходит какая-то еще пара. И спрашивает, вы фотограф? Я говорю, да. А вы сейчас не заняты? Я говорю, нет. Можете нас поснимать? Вот тут у нас фотографа нет, мы тут вдвоем пришли расписаться. Я говорю, да, конечно, без проблем. Значит, снимаю, где-то там буквально их минут 15 поснимал, и подходит еще одна пара. С той же самой просьбой, что у них нет фотографов, что мы не думали, что нам надо фотографа, и просто решили расписаться. Но так как видят, что тут я снимаю, и могу ли я их тоже поснимать? Я их тоже поснимал. А в итоге у меня получилось, что я, не выходя из ЗАГСа, из-за дворца бракосочетания, снял 4 свадьбы и уехал на пятую снимать банкет. Да. Вот такой у меня получился личный рекорд по количеству свадеб в день. Я фотографировал 5 невест. Причем это лайфхак, мне кажется, для всех фотографов. Если мало ли что, приходите в ЗАГС. Да, по-любому кто-нибудь забыл фотографа. Да. Ну что ж, Саш, классная история. Прямо сейчас у нас будет рубрика «Киноанонс». Выберем фильм себе по душе на этой неделе, который посмотрим. А сразу после мы будем выбирать вопрос, кто сегодня получит вот этот классный сертификат. Смотрим только хорошее кино на «Девятка ТВ». Встретившись спустя много лет с братом Егором, Иван понимает, что их жены будут рожать сыновей примерно в одно и то же время. Но страшная катастрофа разделяет их жизни на «до» и «после». В аварии погибает Вера, Егор и ребенок Марины. Марина сходит с ума от горя, она потеряла мужа, врачи боятся ей сказать, что ребенок тоже мертв. Иван принимает непростое решение. Он обманывает Марину и отдает ей своего новорожденного сына. Проходит время. Казалось бы, жизнь снова вошла в спокойное русло. Марина живет в доме Ивана, между ними зарождаются чувства. Но тут выясняется, что Вера жива. Иван и Марина должны решить все проблемы, не сломав при этом жизнь своих близких. Смотрите сегодня вечером на «Девятка ТВ». Паша Ушаков работает на хлебозаводе, но его заветная мечта – стать яхтсменом. Но реализовать свои планы у Паши никак не получается. Неожиданно он получает возможность участвовать в парусной регате. Но денег на взнос у него нет, поэтому Паше приходится заключить сделку. В случае выигрыша его ждет огромный денежный приз, а проигрыш грозит всего лишь потерей старой яхты, не представляющей никакой ценности. Паша даже не подозревает, что на его яхту открыта охота. Оценить картину можно 26 и 27 июля на нашем телеканале. Сарик Андреасян представляет фантастический фильм «Защитники». Во времена Холодной войны секретная организация «Патриот» создала отряд супергероев, в который вошли участники из различных советских республик. Долгие годы героям приходилось скрывать свою сущность, однако в тяжелое для страны время они снова берутся за дело. Смотрите 28 июля в 21:30 на «Девятка ТВ». Ну что ж, прямо сейчас еще один вопрос, который задает Катюшка Клинова. Бывало ли такое, что вы, Александр, увидели суперкадр, а фотоаппарата с собой не оказалось? Отличный вопрос. И для этого у нас у всех есть с вами мобильные телефоны. И так как я сказал, что фотоаппарат с собой я не таскаю, исключительно только на какие-то съемки,
И я сейчас даже на путешествие, когда стал ездить, ограничиваюсь одним телефоном. Поэтому, когда я вижу что-то красивое, бывает природное явление или что-то происходит на улице, благо, что у нас есть гаджеты, я сразу же достаю телефон, фотографирую. И у меня, кстати, есть даже специальный курс для новичков, для тех, у кого есть телефон, но не знает, что с ним делать. Я провожу курс по мобильной фотографии, обучаю как раз, как, имея под рукой только смартфон, сделать красивые кадры. То есть обычно, знаешь, когда подходит фотограф, он говорит, снимите нас на телефон. Они обычно говорят, да нет, дайте на фотоаппарат. А ты наоборот, ребята, вот телефон, да, снимаем. И сейчас я даже наоборот к этому очень хорошо отношусь, потому что я понимаю, телефон, ну, он сразу может выложить, если тем более очень хорошая камера позволяет. И мне из-за этого и пришла такая идея, как бы обучать людей, потому что я очень часто на мероприятиях вижу, как люди фотографируют, и я просто смотрю со стороны и вижу, что у них получается. И там не всегда красивая картинка. Вот так вот в этот момент, да, стоит, да? Я иногда просто фотоаппарат свой кладу, беру телефон, и давай, я говорю, посмотри, как надо. Да, да. И делаю какие-то фотографии. Вот. Просто сердце разрывается, да, у Александра, понимаете, он топит за красивые кадры, чтобы у всех были во всех социальных сетях. Показать человеку, что, например, если человека просто развернуть против окошка, да, наоборот, то уже свет будет по-другому падать, и он будет уже красиво получаться, а не засвеченное какое-то окно. Лицо будет хотя, да, бы видно. Да. Ну что ж, друзья, а мы решили, что именно Катюшка Клинова за этот вопрос обязательно получит вот этот сертификат и отправится, и тоже там что-нибудь сфотографирует. Новыми да, и за новыми вкусами обязательно что-нибудь сфотографирует, потом выложит. Можно даже Александру будет скинуть и спросить, ну как, нормально? Да, все, да, хорошо? Да. И прийти потом, если что, ко мне на курс. Да. Мало ли. Ну что ж, друзья, сегодня вместе с нами мы сегодня обсуждали классные тренды на свадебную фотосессию. Ну и, конечно же, Александр нам рассказал очень много интересных историй. Я думаю, что если вам интересно, подписывайтесь, смотрите за его работами, следите. Ну, а мы с вами уже прощаемся, друзья. Время подошло к концу. Увидимся завтра. 9-я студия. Всем пока-пока. Пока. Пока.